Доброй традицией университета стало празднование Дня флага нашего вуза. Утвержден был флаг 2 февраля 2001 года, поэтому уже несколько лет мы проводим праздничные мероприятия, акции, выставки в музее, виртуальные выставки, которые посвящены этому событию. Год ярок на много юбилейных дат, множество. В апреле у нас будет 20 лет нашей эмблеме вуза, это тоже главный символ нашего университета. В сентябре будет 25 лет нашему гимну, нашей песне университетской. Поэтому надеюсь, что наши студенты, коллеги тоже обратят внимание на те праздники, которые проходят у нас, организуются в университете и присоединятся к нашей большой дружной семье Белгородского государственного национального исследовательского университета.